Проститься с почетным гражданином города Слободского, участником Великой Отечественной войны, начальником Слободской милиции с 1965 по 1978 годы пришли представители городской власти, действующие сотрудники и ветераны, те, кто был рядом долгие годы. Горькая и невосполнимая утрата, фронтовик, имевший ранение во время Великой Отечественной, всю свою трудовую жизнь Василий Федорович посвятил службе в органах внутренних дел. 12 лет он руководил Слободским отделом милиции. Но и после того, как Василий Федорович вышел на заслуженный отдых, он нес свое общественное служение в деле патриотического воспитания молодежи. За все это, и не случайно, в 2000 году решением Слободской городской думы ему было присвоено высокое звание почетного гражданина нашего города. Василий Федорович родился 14 февраля 1925 года в Куменском районе. В 1943 году звание сержанта был отправлен на Воронежский фронт командиром пулеметного расчета. Получил 2 ранения. После войны долгие годы отдал службе в органах внутренних дел. Очень тяжело говорить про таких людей в прошедшем времени, но такова жизнь. Это достойнейший, уважаемый человек. Про таких людей говорят человек с большой буквы. У него была величайшая сила духа и воли. Он прошел всю Великую Отечественную войну и уже в мирной жизни более 30 лет отдал служению своей родине, но уже в органах внутренних дел. Несмотря на все тягости и лишения, с которыми ему приходилось столкнуться на своем жизненном пути, Василий Федорович не сумел растерять присущий ему оптимизм, человеколюбие и необыкновенную самоотверженность в труде. Василий Федорович был награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны второй степени, медалями за боевые заслуги, за победу над Германией, за победу над Японией и другими юбилейными медалями. Это человек, который имел принцип, имел порядочность, умел держать слово. И я никогда не забуду, когда мы провожали его на парад победы в честь 60-летия победы в Москву. К великому сожалению, каждый почти месяц у нас уходят участники Великой Отечественной войны. Я только за эти 2 недели вот хороню 2-го участника Великой Отечественной войны. Поэтому я очень просил всех беречь участников войны. Их осталось у нас очень мало –